Так, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в новую серию! И сегодня мы будем продолжать чистить морды нашим хейтерам. На самом деле, эта игра мне прям очень и очень-очень нравится. Тут настолько много мяса, кровинушки, поломанных костей, то, что она просто не может не радовать. Поэтому я советую тебе досмотреть эту серию до конца, не перематывать, не выключать и влепить огромнейший палец вверх прямо сейчас на этот ролик. И давайте, ребятки, если мы с вами наберем 25 тысяч лайков, я обещаю то, что сразу же выйдет продолжение этой рубрики, этой игры. И мы будем чистить лица еще большему количеству хейтеров. Поэтому я предлагаю сразу же приступить. Какая крутая у нас музыка тут играет. Короче, мы появились в диско-клубе, кто не помнит. Я уже даже не знаю, какие у нас тут есть клавиши, чтоб прыгать, чтоб биться. Чувак. Не надо на меня так смотреть! Не надо на меня так смотреть! Опа, курите, да? Вы понимаете, то, что нельзя курить? Нельзя курить! Нельзя курить! Ах, вы сволочи! Ладно, я сейчас приду, я в первую очередь вас всех поубиваю за то, что вы курите. Так что ждите меня, ждите. Тупзиле, ты в туалете куришь! Ты в туалете куришь! Кто тебе? А чё они сразу все за мной побежали? Сразу все за мной! Драка в диско-клубе! Собака! Все, ты умер, да? А-а-а! По хлебалу! Кто еще? Кто еще? Кто еще на меня? Кто еще на меня? Бармен, да? Бармен! Чё ты стоишь тут? Минус один. Чё, ты хочешь меня ударить через... Ты хочешь меня через стойку ударить? Музыка прекратилась. Музыка прекратилась. Почему музыка прекратилась? Я не хочу, чтобы музыка... Да сдохни ты уже! Ты еще жив? Он еще жив, прикиньте! На, по заднице, по заднице. Неужели я его убил? Я баба сука курапым кикерапом нунчаки! Ха-па-па-па-та-па-па! Кто? Кто? Кто на ниндзю? Кто на ниндзю? Кто на ниндзю? Кто? Да! Шоквейв из Рэдди, но я не хочу ударную волну. Я не хочу ударную волну, потому что я накоплю себе на берзерка. И даже что еще получше. Я не знаю, что там, какой следующий уровень. Мы даже не дошли еще до него. На посраки. Слушайте, как вас тут... Пацаны, я не хотел, в стенку! Я не хотел вообще залезать в эту комнату, я вижу то, что там какие-то у нас бандюганы сидят, поэтому я их не буду тревожить. Хорошо, дайте мне, пожалуйста, какое-то оружие. Кружку! Отличное оружие, отличное просто оружие. Стулья! Стулья! Как я мог про них забыть? Это самое лучшее оружие. Па! Мне еще половина вот этой полосочки осталось, чтобы я запомнил до берсерка, и тогда всем жопа просто будет. Сразу всем жопа. О! Он меня со стаканом просто уничтожил почти. Ладно, ладно, ладно. Ща. Где мои стулья? Где? Ты смотри, что это кукарача делает. Он стулом ее... Лежать! Он стулом ее валь. Я тебе помогу, чувак, не переживай. Оу! Он меня с одного удара как шандарахнул, половину жизни отнял. Ладно. Почему у меня так мало... Смотрите, бабки лежат. Пошел отсюда! Опа! Руку отрубил! Ни хрена себе! Вот что мне нужно было! Берсерк! Ни хрена себе! Лица просто разлетаются на кусочки! Он меня чуть со стула не перек... Ай-я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 й
Диджей им просто ебай, пацаны! О, он на меня с ножиком бежит. У меня один удар остался, я сейчас, короче, проиграю 100%. Чуваки, а чё вы такие все жестокие, не могу понять. Сбитой! Диджеем, диджеем, по центре, диджеем, диджеем! Па! Пара-пара-пап. Твою матушку! 32 убийства, а мне нужно 51. Как мне их победить всех? Бам, бам, бам. Куришь, да куришь, собака? Оу! Почему все сразу на меня? Все, одной битой я, конечно, тут где-то 6 киллов сделал. На самом деле, очень даже хорошо. Берем. Что у нас тут есть еще в тубзелете? У меня монтировка тут есть в тубзелете. Я даже не знал этого. Что тут еще есть? Ты что тут забыл? Я понимаю, что ты поссать пришел. Но как бы у нас тут драка. Тут у нас хурикены есть. Ниндзяские хурикены. Хорошо, тут у нас больше ничего нет. И тут у нас... Опа, мачете. Хорошо, значит, в тубзелет мне еще нужно несколько раз будет забежать. Ты на меня, да? Ты на меня шел, да? Опа! Опа, оп, 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 мачете, мачете, мачете. Кто на меня? Кто на меня? Кто на меня? Кто на меня? Ха! Мин... Воу, ты че на меня... Смотри, какой жесткий ядрить колотить. Сеньор, извините, у тебя немножко мое мачете в голове застряло. Дайте, пожалуйста, ножичек. Апана, апана, апана. Это ты тут всегда, да, такой деловой стоишь? Ты, да, значит? Никто сзади меня нет. Никого сзади меня нету, зашибись. Опа! Полетела отсюда. У меня там еще хурикены есть. Хурикены. Мы возьмем одну штучку и убежим отсюда. Опа! Значит, вот эта фигня на самом деле очень даже хорошо убивает. Она убивает с одного удара, поэтому... Сейчас я еще немножко возьму. Пошел отсюда. Пошел отсюда, сволочь! На по уху. Пам-пам. Пам-пам. В смысле, как я промахнулся? Пацаны, я не хотел. Зря я, наверное, их всех сагрил, но ничего страшного, мы сейчас разберемся. Пошел отсюда! Пошел! Воу! Какой жестокий! Ты смотри, он чуть по мне не попал! Пошел отсюда. Чё вы тут забыли? Чё? Берсерк? Уже берсерк так быстро? На. Пап. Минус 3. Бармен! Пап! Бармен, значит, да? Бармен. У тебя... Опа, у тебя тут нунчаки есть, да? Я даже не знал то, что у тебя тут нунчаки есть. Минус 3 сразу. Па-па-па-ра-пам, па-па-рам-пам-пам-па-пам. Расческа! Ты заколебал меня! Что у нас тут еще есть? У нас тут есть что-то интересное в туалете? Мне кажется, больше ничего там нет, поэтому давайте заберемся на второй этаж. На втором этаже также никого нет, зато у нас тут... Не подходи ко мне! Да не подходите ко мне, заразы! Да
дайте мне мачете! Мачете, 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 мачете. Там было мачете, но я не успел ее взять. Просто Ух ты, ёханый бабай. Ёханый бабай, ёханый. Откуда вы повылезали? Просто у меня такой вопрос. Так ты заколебал! Почему они... Как они вообще меня попадают? Я не могу понять. Во-в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 о
Опа! Пропрыгиваем мимо всех. А-та-та-та! Никто даже не подозревает. Смайт. Что такое смайт? Чё это? Чё это такое? Ядрить, колотить! Я первый раз такое использую! Они просто до кусочки разлетаются! У меня даже игра залагала. У меня даже залагала игра. Ёханы баба, я такого еще не видел. Расческа, он на меня с расческой идет, да? Улетел отсюда! Па-па-па! По гриве кучерявой! Па-па-па-па! Чувак, ты заколебал на самом деле, он за мной уже неделю гонится. Да уйди ты! Это босс, походу, да, какой-то? Ладно, ничего страшного, сейчас мы опять... Как же вас тут много! Хорошо, хорошо, ничего страшного, ничего страшного. У меня есть второй этаж, на втором этаже у меня еще нунчак есть. Опа! Не ожидали, сволочи! Это босс. А, это босс мафии, значит. Вот почему я его так не могу просто убить. Хорошо, хорошо. Хорошо, ничего страшного. Еще 9 человек осталось, 9 человек. Ага, ага. Зато у меня сейчас берсерк будет. Воу-воу-воу, там диджей, дай диджею позажигать. Ну ты заколебал, а? Ну чё ты такой... Заколебал, не дашь диджею поработать. О, он на меня смоче. Он мог меня убить с одного удара, но я как-то успел вернуться. Дайте мне, пожалуйста, берзерка. Диджей. Опа, берзерк. Опа! На похлебалу! И ты на похлебалу! И ты на похлебалу! Кто еще? Ты! На! Всем просто лица раскромсал. Ой, 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 ой. И последний чуть меня не убил. Так, вы вдвоем, да, остались, как я полагаю? Хм. Ну, типа, веселье закончилось, да? Зато у меня в руке есть расческа! Минус один. Я говорю то, что расческа сильный предмет. На меня лучше вообще не рыпаться. Что тут у нас есть еще? Бутылка. Выход! Па-пара-па-пара-па-па-пара-па-пара-па-па-па-па-па. Так, короче, хорошенько. Этот уровень мы с вами затащили. Следующий уровень у нас будет, знаете где? В тюрьме. Следующий уровень у нас будет в тюрьме, где мы будем сражаться против охранников, зашибись. Поэтому, ребятки, если вы хотите продолжения, на самом деле эта игра мне очень даже нравится, она очень эпичная. Я дошел до самого последнего уровня моих способностей, где я просто пальцем всех убиваю, знаете, как снайпера. Поэтому, если ты хочешь продолжения, в первую очередь подпишись, пожалуйста, на мой канал, прямо сейчас, и нажми на колокольчик, если ты уже подписан, а если не подписан, подпишись и нажми на колокольчик, и выдели «Получать все», чтобы всегда получать уведомления, когда у меня сразу же выходит ролик, и когда у меня начинается стрим, ты будешь одним из первых, поэтому подписывайся, нажимай на колокольчик, и ставь лайкусик, если набираем 25 тысяч лайков, я обещаю то, что сразу же выйдет продолжение этой замечательной игры. Ребятки, всем спасибо за просмотр, всем удачи, и всем пока. Oh, oh, oh.